Да, блядь, не знаю, сейчас Миха попиздил, хочу перевестись, понял? С одноклассником со своим, ну, в сотке служит. Да ну, блядь, там пизда, ебать, я тебе отвечаю, нахуй, понял? Да, ебать, не гони, я, блядь, просто так бы не съебался бы, понял? Я, нахуй, говорил, ебать, что, блядь, ну... Я говорю, я, нахуй, уйду в Сочи, если, нахуй, так будут относиться, ебать, хуйня. Вы, нахуй, не должны, понимаешь, блядь, от укропов, блядь, 120 метров сидеть, ебать. Нахуй, раз засунули туда, 2 недели, нахуй, отсидел, ебать. Потом, нахуй, сделали ротацию, ебать. 6 дней, нахуй, посидел на домике, блядь. Опять, нахуй, засунули, еще, нахуй, ближе, понял, к ним уже там, блядь, 120 метров, блядь, было до них. Опять там, сколько, недель, около 2 недель, нахуй, дней 13, нахуй, наверное, отсидел. Ебать, нахуй, ну... Там, говорит, кто пойдет на большую землю, блядь. Я говорю, ну давай я схожу, блядь. Взял же лишь мешок и попиздовал, блядь. Чтоб ты понял, нахуй, короче, чтоб выйти оттуда, блядь, и зайти, нахуй, ты заходишь в окопы в эти, ебать, по тебе пулеметчик, хуй, это раз. Потом, нахуй, если пулеметчик, нахуй, не достает, ебать, по тебе начинают польки ложиться, понял? Точно так же, нахуй, на выход, ебать. Еще и по минному полю, хуй, ебать. Пошел же я на ротан, ой, на школу с доставщиком. Свон, блядь, приходит часа через полтора, говорит, нас, нахуй, на 9-ю квартиру сейчас кидают. Я, нахуй, сел, я охуел. Говорит, я, нахуй, возвращаться не хочу. Ну, говорю, короче, давай это. Никто мне, блядь, не звонил, я, блядь, когда мы ушли, ну, что-то там пи***л, я не знаю. Ну, я ему говорю, я, нахуй, возвращаться не буду, я пошел там, нахуй, блядь, командиру, понял? Да, я ему так, и там пи***р, понял? Он на полигоне, нахуй, там так стелился. Пацаны, ебать, я буду с вами, все будет заебись, нахуй. Никто, нахуй, там сидеть не будет. Мы будем, нахуй, на второй линии, потому что мы, нахуй, рот, ебаный в рот. И мы, нахуй, резко с рота, нахуй, в пехоту, нахуй, превратились, ебать. Ну, понял, уже, нахуй, ну надо, ебать.